Всем привет, с вами Элис фон Блэк, и мы продолжаем проходить Saints Row 4. В прошлой серии мы с вами спасали Пирса и зарабатывали себе неограниченный бег. Собственно говоря, я пообещала, что мы с Китом чуть позднее встретимся. We've all had enough of some yet shit. Do this, and you can set your own terms in this fight. I need every advantage I can get. Бег! Уи! Так. Я хотела посмотреть, есть ли у нас реально такое задание. От Мэтта. Да, вот искатель предметов, я этого не выполняла. Ладно, потом выполню. Уже который раз обещаю потом выполнить. Не обращайте внимания, что у меня так много бабла. Просто я его не трачу. Вот. Такое дело. Не трачу бабло. Не на что тратить. Было, да. Так вот, в прошлый раз я забыла вам сказать. Я забыла, да. Я знаю, что я забыла. Я забыла сказать, почему я перепроходила игру. Насколько вы помните, короче, у меня сильно зависала игра. У меня даже на канале появилось видео. Все очень плохо, по-моему, называется SR4. Она у меня зависала. Я не знала, что с этим делать. Вариант был только если переустановить винду. Но потом у меня появился еще один вариант. Который прокатил. Господи, я так счастлива была, когда он прокатил. Я перепроходила игру, ни разу не зависла. И тьфу-тьфу-тьфу. Тьфу-тьфу-тьфу, блядь. Короче, у меня аж два ноутбука. На второй ноутбук я как-то расставила, короче, SR3, Saints Row, да. И она у меня, короче, жутко фризила, она очень жутко фризила. Поставила четверку, поставила минимальные настройки, не фризит, ну так, чуть-чуть. На самом деле, конечно, косяки свои есть. Например, когда я ее открываю, мне постоянно приходится поменять разрешение экрана, потому что он мне ставит ниже, чем у меня экран на самом деле есть. Есть такой момент, что персонажи иногда отбрасывают в сторону. Я не знаю, из-за чего это происходит, но это происходит. И она, ну, чуть-чуть-чуть совсем подфризивает. Ну, чуть-чуть-чуть-чуть. Ну, блядь, это все на самом деле мелочи по сравнению с тем, что теперь игру можно более или менее спокойно пройти. Сами согласитесь. А говорить я никому не хотела, потому что, блядь, я не знаю. Обычно, когда я кому-то что-то рассказываю, что я вот хочу вот это сделать, вот это обязательно не получается. 100%. Вот я говорила всем то, что я поставлю пиратку и фризить не должно. Блять, фризила и вылетала нафиг. Ну так вот. А сегодня мы должны выполнять квесты. Мы должны. Ну давайте посмотрим, что там Пирс от нас хочет. Меня так убивают ее туфли. Прям вот как... эти, как вьетнамки, только ну не туфли, а сапоги. Сапоги вьетнамки. Ёбаный стыд. По идее, за выполнение всех вот этих лояльностей, как они так называются, нам должны дать альтернативную концовку. Вот. Я очень хочу альтернативную. Не хочу обычную.
Пирс, пойдем. К сожалению, бежать не могу, хотя, может быть, у меня нет часа. Нет, есть. Если я под... Да, если я подбегу к машине, то она улетит. Пирс, садись. О, он в белом костюме, как я долго этого ждала. Но он, по-моему, там тоже был в белом. Когда мы его спасали. Ну просто он был в черном, ему что-то черное не идет. Я же говорю, он сливается с черным костюмом. То самое чувство, когда, ну, раса. Как я уже говорила, ничем против черных не имею, но, блин, он реально с ним сливается. Почему, когда они вместе едут, обязательно кто-нибудь из них поет? Ну, или вместе. Ок. Все-таки в третьей части они нормально хоть песню пели. Пропустите нас, а. Я убью нашу машину раньше, чем мы доедем. Ладно, я послушала, как они поют. Ок. А мне не дают выйти раньше. Брат вот такой вылетели, короче. Это посмотреть, что там происходит, короче. Так, мне так, я так понимаю, машину уничтожать, да? Так это не проблема. Упс. Фига у него дальность, конечно, эта штука. Упс. Ладно, пойдем покидаем, короче, их в воду, чё ты? Упс! Так получилось. Опять же, так получилось. Так. Это не наша машина? Похоже на нашу. Фига она разлетелась вообще. В щепки, блин. Лети. О, фига, машина, блин. В текстурке застряла. Лол, в текстурке застрял. Ай, ладно, я не могу пройти мимо блоков все равно. Несмотря на то, что они мне нафиг сейчас не нужны. Где там машинка-то? Теперь сесть в машину. А нет у них еще такой большой и красивой? Я хочу на ней поехать. Я, может, не хочу на нашей. Воу. Слушайте, нам какую-то другую машину дали. Пирс? Пирс, где ты? Ёбаный стыд. А, он сел? Как он успел сесть? Когда? Он начинается. О, боже мой! Вот эта песенка мне нравится. Песенка. Да ну иди ты в жопу, блядь. Can you say he's just a friend?
Какой кошмар. Может быть, вы еще и What is Love споете, а? Что вам стоит-то, ребята? Чего они мне под колеса бросаются, пидоры? Что сделать? Перс, вылезай. Сейчас, погодите, я топотну. Полетели, блядь. А куда? Лети. Прям пердёж был слышен, господи. Так, можно мне дробь. Лети, блядь. Куда? О, ёбаный тут. Что-то далеко. Ну, конечно. Кому они там опять в краску собираются добавить химикатов? Ой, хера, конечно. Следовать за целью. Цель улетела. Что делать, если цель улетела? Дайте я им помогу. Ой, куда они делись? Помогла! Блин, надо было пирса забрать, наверное, да? Благо, у нас бег бесконечный. Беги сколько хочешь. Ради этого квеста и надо было его вот так прокачивать. Не, как-то... Куда они там делись-то? А, вон летят. Вон они там полетели! Я надеюсь, Пирс не обиделся, что я его там... Бля... Что я его там оставила. Надо будет им на крышу приземлиться просто и автосервингом просто следить. Сейчас за ними следить, когда на них можно доехать. Надо их просто тормознуть немножко. Водит прям как я. Самозабвенно куда-то летит, блин. Ща, я попробую на нее запрыгнуть. Я боюсь, эта машина сдохнет раньше, чем доедет. Со мной. Блять. Нет, серьезно. Особенно такими-то темпами. Блин, почти же, но... Фига, она взорвалась. Нет, это не она была. Она неуничтожаемая. Фига, меня так сбило. Даже не сбило, а подвинуло, скажи. Ну, так получилось, как всегда. У меня возникает насущный вопрос, куда полетела эта машина. Это нормальный вопрос. Ебать! Нет, серьезно, куда полетела эта машина? Блять, почти. Куда она улетела опять? Что когда она делась? Я хочу в кузов запрыгнуть просто. Мы уже так путешествовали как-то.
просто гений, бля. Серьезно. Что она на крышу, ебать. Всем помогла. Почти помогла. Ой! Я не могу просто. Ой, блядь. Так получилось. Ох. Так получилось, серьезно. Мы так никогда не доедем. Все, езжай, езжай, езжай. Ой, блядь. Слушайте, можно мне машину? Я лучше на машине за ними поеду, чем пешком, как это сейчас у меня получается. Стой. Спасибо, парниша. О, Пирс, откуда ты взялся? Нежданчиком приперло Пирса. Поехали. У тебя кипарик мокрый, бля. В крови есть. Фига. Нифига, 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 нифига. Фига, у него там из жопы, короче, огонь валит. Ха! Да не стреляй ты в них. Патроны переводишь. И срать, что они... Бля, фига. Пирс, держись, короче. Здесь хоть управление приятнее, чем во второй части. Во второй части кого-то преследовать, это ж пиздец вообще, еще и стрелять при этом. А! Еще уворачиваться от автомобилей, которые он сбил. Нет, 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 не врезайся, а то мы сейчас вылетим нахер просто. Как боженьки. Как святые. Не-не-не-не-не. Не так, не так. Вот так. Как он едет, бля, господи. Там, кстати, по-моему, мотоцикл получше был! Заебись. Слушай, Пирс, извини. Ить. Ты прям погоня века, я не знаю. Да куда они едут, понять не могу. А теперь еще интереснее вопрос, куда они полетели. Господи, еще и провалено. Цель скрылась, блядь, в космосе она скрылась, вот где. Ёбаный стыд, а. Все, короче, преследуем цель на машине. Не иначе. По-другому нельзя. По крайней мере, со мной точно нельзя. Looks like he isn't that far ahead. Remember, we can't kill him. We have to find out where he's going. Right, boss. Boss? Shit. I can get used to this. Don't. Да не стреляй-то. А, ну назад можешь. Странно, он так на окне сидит, блин. Пирс-то только меня, только не... Ты, бля. Не отвлекай, говорю. Бля, не отвлекай. Бля. Мы сейчас его упустим, короче, со мной. Ну, если что, я пешком, короче, пройдусь. А ты постой, покури. Куда музыка делась? А то что-то скучненько. Мы сейчас в жопу ему не врезались. Мощно. А куда он ездит, понять не могу. Показали бы сразу, куда он ездит. Я бы туда приехала и все. Что за ним следить-то? Вообще, по-хорошему, реально ему в кузов сесть и все. Поехали.
А здесь, кстати, зомби должны были быть. Ну, были в третьей части, по крайней мере. Бедная машина, ее сначала этот пидор, короче, сбил, теперь мы. Ну, так получилось. Can't you tell someone and flex those pipes at the same time? And deliver a less than stellar performance? Хорошо, хоть нам еще машину дали примерно по скорости такую же, как и эта. То есть, в принципе, я не успеваю ему в жопу врезаться. Как это было, короче, с этим, с ночным клинком, блин. Машина едет быстрее, чем его мотоцикл. Ай, ну это чё? Looks like he's heading to... The airport! That's where he's at, of course! Where? Who's that? Just keep going. We won't let him get away. Господи, чё они до сих пор от меня не избавились, а? Ой, хераси. Wait a minute. I think that's Maro. Who do you think we've been after? Maera? Да, он давно уже сдох. Ой. Пирс, вылезай, вылезай. Сейчас я его прибью. Без, вообще без проблем. А можно мне на него глянуть? Он же сдох уже давно. 100 лет я его не видел. Маэра. Мощно это, конечно, было. Сейчас, погоди, где мой дробовик? И вот это. Нет. Да. Минус Маэра. Супер Пирс! Воу-воу-воу-воу, так у меня не надо. О-хо. Мощно. Я тоже так могу, правда. Смотри. А куда они делись? Ой. Соратник Маэра. Очень надо. Ну хотя нам там тогда тоже давали этого. Как там? Сына ветерана. Но Маэра я люто ненавижу. Наверное, самый ненавистный мне персонаж вообще всей серии Saints Row. Даже Дзиньяка еще можно пережить, который взорвал планету. Но Кароса никто не смел убивать! Вот. Расплата, встреча с Шаунди. Костюм. Костюм Укс. Костюм забавной Шаунди. Наружный надуватель. Встретиться с Пирсом на корабле. Встретиться с Мэттом. Портал. Нафиг надо. Потом. Хочу. Come see me, and I'll go over the plan.
Шаунди. Hey, boss. I could really use some help getting Zinyak back for sticking me in that personal fucking hell of a mind prison. I'll tell you what to do. You go piss in Zinyak's place. Got it? Fair enough. Been a hell of a ride, hasn't it? That is an understatement. You've changed so much. Yeah, I guess so. Hey, whatever happened with that guy who won that dating show? Puerto Rican Thunder God? He was sweet and all, but performance didn't live up to the name. Look, I gotta tell you something. It always drove me crazy that you had exes in every city and were willing to go on a dating show, but not once did you ever give me a shot. Я не перестану это делать. Не скучай, босс. Рядом с тобой с огромными сисиками. Кстати, хотела все-таки немножко поменьше сделать, а то что-то как-то ну совсем большие. Это просто в плащике в том не видно. В пальтишке. Это пальтишка, это не плащик. Но они реально в нем кажутся меньше. Ну нету сисек на нем. Где сиськи? $457. С кем поделиться? Что это? О, мне нравится. Поехали. Что-то говно. Ну ладно. It's okay. I'm a professional. Some days not even. Хорошая способность, не иначе. Салюты такие прям, ну я вообще тащусь с этих салютов. Не, ну зацените. Полетел такой, взорвался, короче. After this, let's go shoe shopping. Steel Fort is all mine. Называется, кто-нибудь должен был взлететь. Мощно, конечно. Мне так нравится, как они взрываются, как бы это живодерски не звучало. Летите. Вы должны принести мне бабки. Золото, блять. Даже пушка не понадобилась особо. Нет, серьезно. Четкая тема на самом деле. Какие дальше будут указания? Кстати, насчет указаний.
productive. I insist. Хера, 3000. Я хочу вот эту машину. Она улетела. Значит, тоже не хочу. Хотя хотеть я не перестала, но она, к сожалению, улетела. О, хера, там такие глаза были. Конечно, я понимаю, что это будет ни хрена не быстрее, но все-таки. Я люблю водить. Вот. Насколько вы помните, рядом с расколами, там, короче, люди все странные, короче, глючные, все дела. Так вот, сижу, короче, что-то глаза тру, короче, спать хочу, но надо перепроходить. И тут мимо меня, короче, в игре, понятно же дело, проходит баба, которая просто вместо головы два глазных яблока. Сон как рукой сняло. Кстати, пишите в комментариях, какую игру вы хотите увидеть в ближайшее время, потому что так как отменяется переустановка винды, я готова к чему-то новому. А так хорошо шло, блин. А, стоп, мы уже все. Мы приехали. Ну, go on, блядь. Don't blink or you'll miss me. Watch out for fast women. Если вы не понимаете, что происходит, не волнуйтесь, я тоже. Что-то как-то все резко очень происходит на самом деле. А слушайте, тоже конец. Кстати, я взломала почти все башни вот эти вот. Осталась только одна, но это чисто для вас. Потому что там, по-моему, какой-то скрипт еще срабатывает или еще что-то. Когда взламываешь последнюю. Так что есть смысл, кстати, сейчас на нее залезть. Выполним квест. Есть смысл залезть на эту фигню. Десятку дали, с учетом того, что у меня лям. Это пипец как много. Какие дальше будут указания, шеф? Как всегда.
Летела машинка, которую я хотела взять. It is rude not to share. Лети! Да чё хелп-то? Всё вроде в порядке, даже по морде не получил. Do I ever lose? Ну так получилось. Кстати, по карте, если смотреть, вон тут святые ходят. Потому что это уже наш райончик. Ха. И вот, кстати, машина святых. Вообще, на самом деле, сделали, блин, белую так неудобно. Были фиолетовые, сразу видно, святые едут. А если я их сейчас собью? У меня позиция такая, святых не трогаем. Всех остальных можно. Как-никак святые, они не резиновые, они когда-то закончатся. Кому-то поджопник, короче, врезало. Нормально все. Интересно, как я должна была туда проехать? А никак. Упс. Мальчики, полетели. Меня типа тут нету, меня здесь не было. Пережить тренировку, блять. Что будет на этой тренировке, что ее надо пережить? Шаунти, не пугай меня так. Кстати, Генки что-то давно не видно было. О, нет. Не хочу. Мне нравится этот квест. Какой-то странный. Господи. Ну, с моим-то топотом это нормально, в принципе. Чем мне это? Чем мне жаловаться-то? Ready? Wave one! Господи, спорим, что я быстрее, чем за 6 минут справлюсь. Полетела. Полетела раз. Ой. Полетела два. Полетела три. Где там кто еще? О, вон там этот. Пидор! О, это девушка. Неожиданно, правда? Три, два, один. Дайте мне побольше врагов надо. Полетели, блядь. Удерживайте позицию. Давай. Оп. Оп, сука. Более чем удерживаю. Давай. Оп. Оп, сука.
Оп, сука. Серьезно. Давай. Полетели, блядь. Парниша. Все, полетели. Генки Гёрлс. Какие прелести. Полетела Генки Гёрлс, блядь. Че не полетела? Ну, они, кстати, летят как-то так, это. Не летит. Ну, значит, будем гореть. Кого-то пукан подгорел. Только что. Где еще там Генки Гёрл? Ну, попадешь. Попала, сука. Ну так получилось. Гори. Гори, гори. Ясно, чтобы не погасло. Генки Гёрл. О-о-о. Пукан взорвался, но не иначе. Чё там? Сейчас сам Генки будет или кто? Нет, как это зваха. Фига в текстурке застряла. А нет, это на мече, короче, застряла. Ты думаешь, что ты против меня? Да тут чё? Лети! Далеко и надолго. Минус. Here comes the head of the Ronin himself, Junichi! Так, давай. Полетели, блядь, девочки. Девочки, летите. Рукопашку, блядь. Убить. Минус. Еее. Эх, станцевать не дали. Какие дальше будут указания Шаунди? Отправляйтесь на место. Что у нас сегодня? Объект? Унитаз? Господи, что это? Там, кстати, чей-то дневник. Убила. Это не тот объект. Дайте дневник возьму. Кто это? Кирс. Иди в жопу. Минус, блядь. Объект убит. Пойти, что ли, это пока? Базу их разрушить одну. Полетели, мальчики. Чё, встретиться с Шаунди? Шикарно. Всё. Идём. Встречаться с Шаунди. Благо, недалеко. Чё-то никого здесь нет. God, I love knowing we must be causing Zinyak's blood to boil. No reason to stop now.
Head back in and I'll give you more to do. Wow, she's really enjoying this. Круто. Ну да, ладненько, друзья мои. На этой прекрасной ноте серию мы нашу завершим. Всем спасибо за внимание. До скорой встречи.